Привет, ребята. Это Хорхе Туэра, и я хочу горячо поприветствовать вас на своем канале. Идея данного канала была проста. Одна реакция на одного артиста. Это музыканты, певцы, комики. Должно было быть как-то так. Но одно видео, одно единственное видео, перевернуло наш канал вверх тормашками. Это видео набрало тысячи просмотров за считанные часы. Сотни людей были подписаны на наш канал, и было оставлено свыше 200 комментариев. Ясен-красен, что моя следующая реакция будет на единственного и неповторимого Димаша. Я получил так много сообщений от стольких прекрасных людей, выразивших свою любовь к Димашу. Благодарю вас от всей души за все ваши теплые слова. И там, конечно же, были и негативные сообщения. Многим людям не нравится, что я так часто останавливаю видео. Но я хочу напомнить вам, что как раз-таки в этом и вся суть. Это же видеореакция. Также я получил сообщение из России. Я думаю, это была Россия. И я перевел его через переводчик. Там было сказано... Очередной тракторист. Я думаю, они имели в виду, что я похож на тракториста. Возможно, они правы. Так давайте же начнем эту реакцию. Давайте приступим к видео. Запрыгивайте в телегу, и я прокачу вас на своем тракторе. Поехали! С вами понял, где больше зрителей поехал в Китай? И, между прочим, там, внимание! Конечно, конечно, так и понял, что ты там говоришь. Дайте-ка я включу субтитры. Впервые на новой волне. Прорыв года. Димаш Кудайбергенов. Димаш Кудайбергенов. Вот как это произносится на русском. Мне кажется, он говорил на русском. Или на казахском. И грешная страсть. Как из лунного сна. О, если б знала ты, что мне нужна, только ты одна. Здесь у него совсем другое звучание. Не то, что я слышал в СОС. Здесь он поет глубже, грудным голосом. Использует вокальный фрай и больше воздуха. Ливни долгие лили, были ночи без сна. Но в стуже сердце озарило, как весна, только ты одна. Как же замечательно! А здесь у него такой интимный тон. Более романтический, что ли? Да, я бы сказал романтический. Дай мне ночью и днем сгорать в костре грешной страсти. У этого парня огроменный голосище. Ночь сомкнула ресницы. Поднялся на октаву выше. И вокруг тишина.
забыты звуки, руки, лица. Мне нужна только ты одна. Как же это было прекрасно! И вот эта виолончель! Это виолончель на заднем фоне. Здесь он потихоньку начинает разгоняться. Красота. Ух ты, вот это разбежка. Или это не разбежка? Как-то так. Изумительно. Как же он меняет эти оттенки звучания в одном предложении? Это же были одинаковые слова. Первый раз это был ровный тон, более грудной. А во второй раз более смешанный, как рок-звезда. Веселье только начинается. Йо-майорка. Что-то вроде Мэрайи Кэрри. Это похоже на йодаль. Не йода, но только он делает его быстро. Как же он меняет звучание? А что здесь было? Какой-то разрыв. А ну-ка послушаю это еще раз. И все это на одном дыхании.
Он вообще не дышал. Он же не дышал на протяжении всей фразы. Хочу опять это послушать. И вот этот разрыв. Вот до этого момента он не дышит. Как говорится, одним махом. Он делает вдох и выдыхает. И это как бы не заканчивается. Он только вот здесь начал дышать. Здесь он делает свой первый вдох после этого. Это же невероятно. Вместимость его легких колоссальна. И опять цветы. Спасибо! Он опять это сделал. Он сделал это опять. Я должен признать, что я впечатлен. Сильно впечатлен. У этого парня невероятный голос, потому что он делает с ним все, что захочет. Он может переходить с одного тона на другой, менять оттенки звучания и текстуру. Просто потому, что он может это сделать. И как всегда, я прощаюсь с вами и желаю вам любви и мира. И да пребудет с вами Димаш.